На базе оздоровительного лагеря «Буревестник» Елабужского института Казанского университета состоялся слет активистов студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан. Все подробности в сюжете. Традиционное мероприятие в этом году прошло в новом формате и под новым названием «The Camping». Участники очередного трудового семестра собрались, чтобы познакомиться друг с другом, пройти тренинги на сплочение и командную работу, а также ознакомить новобранцев с направлениями работы, в которых они смогут себя реализовать. «The Camping» – это переделанное мероприятие, которое раньше носило название «Закамский слет СТО». В этом году мы реализуем его в рамках гранта для некоммерческих организаций Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. И собираем здесь 100 студентов из Елабуги, Казани и остальных районов Республики Татарстан. По окончанию летнего трудового семестра в сентябре этого года активисты студенческих трудовых отрядов вновь соберутся в «Буревестнике» для того, чтобы подвести итоги и поделиться впечатлениями. Осенний слет «The Camping» также состоится при грантовой поддержке Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универньюз.